почему-то осталось 100 метров. Вы приехали. Всем привет, дорогие мои! Как же я соскучилась по московским светофорам. И вот не прошло и месяца, как я уже в Москве. Светофор, который находится на Ярославском шоссе, но не в области, а именно в Москве. Точный адрес вы найдете внизу. Ярославское шоссе, дом 144. Открылся он всего лишь месяц назад. Он совсем новенький, свеженький. Может быть, он не такой большой, как нам привычные светофоры. Но зайдем внутрь и посмотрим. Там МКАД находится. За спиной у нас с вами Москва. Отступать некуда. Заходим. Сразу при входе желтые ценнички. Средства до места 163 за 2 литра. 1 плюс 1. Бимакс, наш знакомый порошок, 299. Несквик 159. Средства для посуды АОС 69. И пельмени. Все, заходим уже. Уже кушать даже захотелось. Смотрите, здесь полозья для колясок. Удобно. Много тележек. А, и тут еще и тележки можно вниз скатить. Тележки огромнейшие, многообещающие. Ну, не знаю, получится ли сегодня что-нибудь выбрать такого и такого. Самое главное, нужного. И по бюджетным ценам. Еще и качественного. Смотрите-ка, кто хотел бак пищевой с крышкой. Здесь он присутствует. 423,80 за 45 литров. Дальше бочка пищевая с гнетом. 20-литровая, помните, для засолки. Из пищевого пластика. Сделана в России. 470 рублей 80 копеек. И не забудьте крышку с инструкцией. Вот. И гнет там тоже внутри. Пластик мне очень понравился. На самом пластике нет значка для пищевых продуктов, но на этикетке есть. Корзины для белья 50-литровые от Полимер Быта 298,10. И здесь, смотрите, какой цвет. Бежевые есть и белые. А, вот еще голубой. В общем, цвет беж еще появился. Здесь большой плюс в этом магазине, что не орет музыка. Тихо, спокойно, даже как-то непривычно тихо. Детский шампунь. Ой, то есть этот самый детский стиральный порошок для цветного и белого белья. 30-60-95, 3,6 килограмма. Так, мягкая формула, тоже без фосфата. Помните, как был порошок с пандой? Но этот как-то даже на ощупь более мелкая фракция у него. 121,70. И новый гель Квалита для стирки. Тоже для детского белья. Полностью смывается. Ноль фосфатов и фосфонатов. Ингредиенты растительного, натурального происхождения, вот 90%, 50 стирок, 2 литра. И стоит такой гель для стирки. А, это не ополаскиватель, это даже для стирки 117,30. Cotton Club. Даже лейки здесь 10,5 литров. Урожайная с рассеивателем Радиан. Не забываем, что рассеиватель всегда на кассе можно забрать. 122,30. Ой, 142,30. А здесь вот он внутри спрятался. Не уйдите без рассеивателя, самое главное. Здесь они зелененькие лейки. Симпатичные. Вот, светильник уличный, что нужно взять. На солнечных батареях 350 люменов. Заряжаются от солнца. Класс. Не нужно никакую проводку проводить. Не нужны батарейки. Датчик движения. Вообще класс. Беру 217,10. Это даже не цена для них. Давайте посмотрим внутри, что. Какие аккуратненькие светильнички. Сверху панель. Солнечная батарея. 20 светодиодиков. Вот он, датчик на движение. А вот он и включатель. Ага, все ясно, значит, можно будет выключать и прикреплять к стене вот с помощью или самореза, а может быть даже с помощью двухстороннего скотча, потому что легенький этот светильник, вообще красота. Я уже набрала 1, 2, 3, 4. Вот так идете вдоль дома, и у вас по пути включаются эти светильники. Мне кажется, удобное решение, тем более не нужно никакую проводку проводить, городить там с электричеством. И крепеж, сейчас уберу. И крепеж в комплекте. Вот один саморезик, да еще и дюбель. А стройматериалы нынче дороги. Все это за 217,10. Все удовольствие. Удлинители на катушке 20-метровые. Так, 637,20. Катушка внушительная. А сам удлинитель такой. Тоненький сам провод. 4 гнезда. Но для таких вилок без заземления почему-то.
Ручка. Так, фонарь аккумуляторный, светодиодный, на аккумуляторе классно. Как он заряжается? Время заряда 5 часов. Прямая зарядка. А, вот. Там есть сама вилка. Вставляете в розетку и все, и заряжается. Тоже хорошая штука. 86-60. Для дачи тоже пригодится. Иногда, когда свет отключают, вот на аккумуляторах, нужны фонарики уже заряженные. Фитосветильник, вот, пожалуйста, 9-ваттный. Он должен светить там розовым светом, потому что он специально для растений. 230-10. 50-70 на 35 на 26. Ну, в других светофорах мы с вами видели. Переноска 320, пластиковая. Доброцене металлические такие есть. Силовой удлинитель. Вот 20-метровый 333-90. Вольстен. Здесь, мне кажется, такая же. Вилка здесь, да, посолиднее. Вот, мне кажется, такой же, да еще и помягче. Вот, например, если вы траву косите, лучше брать цветной, поярче, чтобы случайно на него не наехать, потому что черный плохо, допустим, видно. Светодиодный пыли влагозащищенный светильник. 12 ватт, 2 года гарантии, 960 люменов, 6500 кельвинов. Это если кому нужно знать, холодный или теплый свет. 40 тысяч часов срок службы, 2 года гарантии, цвет корпуса белый. Пыли влагозащищенный, то есть он годится для улицы. Но он уже, видите, проводочки какие тоненькие, алюминиевый провод внутри. К нему уже нужна подводка. 146-10. Мне нужна лампочка, но это холодный свет, светодиодная лампа. А мне нужна... Тут такого нет. Вот видите, голубой цвет, написано холодный. 15 ватт равняется 120 обычной лампе накаливания. И цоколь Е27 стандартный, это не миньон. 34-60, короче говоря. Светильник на стены ретро классик, 266 рублей стоит. На стену крепится, не на потолок. Было бы, конечно, поинтереснее вот такой найти, да, например, при входе повесить. Но нет. Все боковые, и у него пластиковый корпус. Скамьи здесь еще задержались, перевертыши 643. Но я купила пластиковую и не жалею. В обе, по-моему. 900 она рублей стоила, но зато это очень тяжелая. Но кому-то нравится. Можно так, можно сяк ее использовать. И на коленях полоть, допустим, грядку, или сидеть. Защита от колорадского жука. Вот кто спрашивал. Появились 10 мл от белокрылки и от ли. 48 рублей такая бутылочка от Green Belt. Зеленый пояс. От Green Belt еще, вот от зеленого пояса. Ground уничтожает сорняки и их корни. Надо взять, потому что я в обычном магазине брала уж очень задорого. А здесь 87-10 за 100 миллилитров. И сорняки, и их корни. Вот что хорошо. А разводят на 3 литра воды. Значит, пол пузыречка на 3 литра воды. На 100 квадратных метров. Как раз испытаю. Между плиткой мне нужно убрать все сорняки, чтобы не пропалывать. Краска, шпатлевка. А вот шпаклер супер. Это было в Киржаче. 147,80 за 3 килограмма. Ярославские краски. Кто-то мне писал, что лак весь расхватали, а здесь он есть. Для дерева и мебели он без запаха, акриловый. Я взяла такой лак Альмира. 2 килограмма внутри за 279,80. Дешевле не найти. Сейчас краски, лаки, все очень сильно подорожало. И эмали. А эмаль я бы взяла светло-серую. Но мне кажется, опять мне не повезло. Зеленый есть. Зеленый, какой-то бежевый, такой вот как цвет баночки для пола. Так, и вы пишете, что они такие жидковатые, но нормальные, в принципе, я думаю. 104 рубля всего, 800 граммов в одной баночке. Есть универсальная, а есть для пола. Вот они. В общем, этот магазин начинается указ. Идет один проход. И слева другой проход. И, между прочим, что я вижу? Швабра с ведром. 810 здесь она стоит и 60 копеек. С двумя отсеками. Тестирование на канале. И здесь необычно то, что смотрите, какой лавандовый цвет. Красивый. Все то же самое. Их тут много коробочек. К
кто хотел. Вот, смотрите, целый поддон привезли. Контейнер даже универсальный на колесиках тут задержался с двумя ручками. 153-40. Мультибокс 12-литровый. С замочками, с ручкой. 145 рублей. Какой-то супергель для стирки. Тропический бриз. 2 литра, 114,80. И мегабоксы 56-литровые на колесиках. Колесики можно менять. Направление у них перестали. 402,30 с полупрозрачными крышками. Можно ставить один на другой контейнер. Смотрите, какие крышки шершавенькие. Хорошего качества. Альтпласт. Не Китай. И по 158 еще коробки с крышкой 18-литровые, 39 на 29 и 20 сантиметров в высоту. Крышки у них уже вот такие белые, но хлипкие. Смотрите, вот она, как видите, ходуном ходит. И сам контейнер тоже мне не очень нравится. Вот он весь хрупкий пластик. А, он, кстати, формы похож, как помните, был в фикс-прайсе. Если вот так поставить, то будет один на один. А если перевернуть, то они один в другой входят. Потому что, видите, здесь сверху такая система и крышечка к ним. А это что такое? А, это поднос с вкладышем, с сушилкой. Колос называется, тоже альтпласт. 45,5 на 36 на 23 миллиметра. Вот. 2 сантиметра в высоту. Получается для посуды, для фруктов, овощей. Я знаю, что многие любят такие подносики. Сейчас посмотрю, какой выбрать. Значит, есть серый с сеткой бежевый. А есть наоборот, бежевый и внутри серая сеточка. Наверное, такой возьму, он повеселее. Я даже знаю, кому я его подарю. Вот, красивый. Красота. 138,70. Комоды Grand даже здесь задержались. 4 секции. Так, 89 на 36 на 47, 969 рублей. Ну, примерно 1000. Такие же в Леруа можно найти от 1,5 до 2 и дальше, и больше, и выше. Вообще неплохое. Даже куда-то вот на дачу в комнату поставить, на террасу, но только не на солнце. Желательно не на балкон, потому что этот пластик колкий. И он разлагается на солнечных лучах. В общем, солнечный свет ему противопоказан. Самокаты Funky Toys. И здесь побольше колеса. Вообще он отличается от тех самокатов, которые в кижачском светофоре. Я думаю, что есть и голубой цвет. Вот розовый. Одни розовые. А вот голубой. На коробочке наклейка 801 рубль. Нагрузка до 40 килограммов. Сменный модуль, фильтрующий Aquaphor 79,60. Вот он какой. И сам фильтр. Кувшин Aquaphor 181,70. В некоторых светофорах модули сменные на кассах. А здесь прям так в зале стоят. Можно открыть, в принципе, посмотреть. Рассчитан на 170 литров. Пропускная у него способность. Что здесь из посуды? Смотрите, вот магазин продолжается дальше, как такой коридор длинный. И здесь уже началась посуда. Забыла сказать, вот для мужчин ящик для инструментов 17 дюймов 297,30. То есть здесь такие ящики тоже есть. С ручкой, с отделениями множественными. Переходим, наконец, к нашей посуде, которую нам с вами интересно разглядывать, прицениваться. 36,10. Кружка для чая «Сказка». Толстое стекло. Декор стайл глаз. Столешница кухонная, клеющаяся. Да, его мне писали, что она действительно клеится. Ой, как тут прям оникс. Здесь, наверное, что это, мрамор. Красота. 144,20. 120 на 80. Там где-то дерево должно быть, срез. Помните? Камушки. Вот он, срез дерева. Ну, не все хорошо смотрятся. Мне кажется, очень крупный рисунок бьет в глаза. Есть и маленькие плейсматы, салфетки. 28 на 44, 23,90. На темном фоне как красиво смотрится, роскошно.
поставлю, вдруг кто-нибудь заметит и заинтересуется, а то они здесь в общей куче. Цитрусовые, морозная ягода и дуршлаги, естественно, раздвижные, универсальные. 48 на 38 по 96,40. Российский производитель. Так, губки металлические 38,60. О, перышко возьму, мне нужно 50,60. По-моему, там они 55, что ли, стоили. Ура! Кто искал литую сковородку, здесь она вас ждет, 26 сантиметров в диаметре. Она же Ирена, она же для гриля, но только это не для гриля, а просто гладенькая. 669,80. Гранит, сковорода 26, Кирово-Чепецк. Тяжелая, литая, уже проверена, протестирована. Мне кажется, уже больше года даже прошло, я ее использую, и ничего не делается. И три противня. Вернее, 2. 19 на 25 и 27 на 35 с антипригарным покрытием. 459,50. И это Калитва, Россия. Кукла 184,3+. Домашняя академия в ассортименте. Смотрите, какие интересные развивающие тут пособия, книжки. Очень красочные, приятно держать в руках. Обведи, найди, закрась и заштрихуй. Тарелка десертная, опаловое стекло 46,50. Люминарк, но только на наклейке. И большие, большие 58,90. 24 сантиметра, тоже люминарк. Вешалки 114,10 за 10 штук. И они просиликоненные, они не скользящие. Мне кажется, оптимальная цена. Разноцветные, чтобы не запутаться. Кружки для миксера тоже. Кто приедет сюда, не забудьте взять, если у вас еще таких нет. У них антискользящая вот здесь донышко. Антиразбрызгивающая крышка, чтобы можно было миксером или погружным блендером что-то там смешивать. Затем несколько режимов. Открыто, закрыто. Ручка. Есть шкала мерная. И можно сделать какое-нибудь жидкое тесто для блинчиков. Смешать, убрать в холодильник или еще что-то. В общем, закрываете крышкой, вот здесь тоже все замыкаете и убираете. Удобно. Можно и хранить, и можно в этой кружке для миксера готовить. У вас будет чистота и порядок. 90 рублей 60 копеек. Цена вопроса. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что мое видео было вам полезно, а также интересно. Мы с вами разобрались с новеньким светофором. Открылся он всего лишь месяц назад. И я надеюсь, мое видео было полезно. Если это так, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Марина, канал ТипТоп ТВ.